Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у нас в студії я радий вітати кандидата медичних наук, доктора економічних наук, академіка і першого віце-президента Академії економічних наук України Пішко Анатолій Володимирович. Да, радий вас вітати. Одразу хотілося б до справ. Тобто ви, як людина фахова, я хотів би і запитання такі достатньо складні вам задати. Дивіться, Яків Смолій пішов з посади голови Національного банку України. Гривня одразу показала, що вона трошечки стала дешевше, на 20 копійок принаймні. Скажіть, наскільки негативно це може вплинути на нашу співпрацю з МВФ, які нам, от, знаєте, вже 10 років як мінімум допомагають? Бо деякі люди, деякі такі дуже поважні люди з Заходу одразу сказали, що не треба робити і не треба чіпати Смолія. Все залежить від того, хто буде приємником Смолія. От від цього залежить і як буде відноситися к нам Міжнародний валютний фонд. Це перше. Друге, я сомневаюсь, що, к сожалению, приємником главы, уже бывшего, скажем, Национального банка станет кто-то более-менее адекватный и кто-то более, скажем, национально преданный нашей стране, человек более преданный, чем, скажем, был Смолий и его предшественники. А это означает, что, скорее всего, отношения с Международным валютным фондом останутся также где-то приблизительно на практически на том самом уровне, что это было и при Смолии. Хотя я не исключаю, что Зеленский, так как он понимает, что те условия меморандума, которые он подписал с МВФ для получения кредита 5-миллиардного, да, из которого он получил где-то порядка 2 миллиардов, я не исключаю, что для Зеленского целесообразно было бы использовать эту ситуацию, чтобы свалить это все как бы на Смолия, на правительство и отказаться по возможности от этих кабальных, я считаю, условий, и не просто кабальных, это, скажем так, жесточайшие условия для украинского народа. И знаете, что рейтинг Зеленского резко упал именно из-за во многом не подписания вот этого самого меморандума, по которому мы берем на себя обязательство 1 ноября 2020 года, по сути дела, поднять цены на газ, а, соответственно, поднимутся цены на все остальные энергоносители и поднимутся цены, естественно, на коммунальные услуги. Это не всяких сомнений. Ну, а соответственно, подорожает... Я постоянно вырешиваются все питания. Подняты трошки тарифы. Конечно. Когда дорожают энергоносители, начинает дорожать все. Потому что в основе любой промышленности, в основе сельского хозяйства все равно, так или иначе, лежат энергоносители. В какой-то сфере они занимают там долю 20, в какой-то 30. А в некоторых отраслях промышленности, таких как, скажем, ферросплавная отрасль, да, или там производство алюминия и так далее, там вообще потребление электроэнергии составляет там чуть ли не 90% себестоимости продукции. Соответственно, вы сами понимаете, что цены на продукцию нашу промышленность вырастут очень значительно. На сельскохозяйственную продукцию цены вырастут, процента где-то на 20%. В результате вот подъема цен на газ и, смотря, опять же, в какой степени будет поднята цена на газ. Но я так прогнозирую, что не меньше, чем на 20%. У мене от таке запитання. Дивіться, деякі експерти, вони казали, що Яків Смолій, він взагалі це людина Гонтаревої. Тобто через нього вона керувала безпосередньо Національним банком України. Гонтарева
теж експерти кажуть, вона підпорядковується Порошенка. Може бути таке, що взагалі це спеціально було зроблено для того, щоб трохи розхитати нашу стабільність, будемо називати це так, і привести більш такі, ну, додаткові проблеми безпосередньо для Зеленського, щоб підготуватися до, щоб восени люди подивилися, незадоволені, зібралися гуртом і якесь віче на Майдані провели, а потім пішли безпосередньо до президента, і щоб виказати йому недовіру. Ви знаєте, я не думаю, що це робота іменно Порошенка. Я думаю, що невдовлетворенность работы Национального банка, она возникла у очень многих людей, как справа, так и слева, скажем так, фронта, и центристов. Потому что, ну, на самом деле, Национальный банк, смотрите, вот за время правления Смоляя, по сути дела, ну, все это, в прошлом году было продано через Национальный банк, через облигации внутренних государственных займов, по сути дела, где-то порядка полмиллиарда долларов. Ну, посчитайте, это для Украины это колоссально. Опять же, за прошлый год это через ОВГЗ, через облигации, через, точнее, депозитные сертификаты Национального банка, банки Украины заработали, ну, относительно, можно сказать, это слово заработали, потому что я не могу понять, как это может эта процедура называться заработком, когда Национальный банк выдает банкам кредитование под, скажем, там, 8% годовых, да, а затем сам же продает им и депозитные сертификаты с доходностью, ну, скажем, там, 12-16%. То есть банк, ничего не делая, берет деньги Национального банка, затем их перевкладывает в депозитные сертификаты Национального банка, опять же, уже под 16%, и 8% у него, то есть 100% чистый доход. Без каких-либо рисков, без каких-либо проблем. Это не банки, а дуже поважные люди. И в результате этого, да, конечно, вы понимаете, что такие кредиты получали не все банки, а только избранные банки. Так я просто хочу обратить ваше внимание, что при этом было, опять же, банками заработано в течение года, точнее даже не года, а меньше даже года, было заработано 220 миллиардов гривен. Это сумма, которая которую украинские банки не зарабатывали никогда в своей истории. То есть практически, ну, миллиард долларов был украден еще дополнительно к тем половине миллиарда. Это только за прошлый год. А я не знаю результатов этого года, потому что никакого аудита, никаких данных по этому году нам не приводят. Однако, я вижу, что, скажем, мы все равно продолжаем делать заимствования как в иностранной валюте, так и на облигациях внутри государственного займа, все равно под очень высокие проценты. Были моменты, вот во время вот коронавируса, когда мы делали займы, ну, я с трудом даже представляю себе такие цифры, 15% за квартал. Вдумайтесь, 15% – это 60% годовых. Я просто в шоке, честно. Это снова доказывает, что Украина дуже богата країна. Ну, вы знаете, даже Нигерия и такие страны третьего мира, они берут займы на внешних рынках под 5,6%, до 6%. До 6%. А мы берем на внешних рынках под 14-15 и так далее, по 11-12, ну не меньше. Ну, в два раза выше, чем берут самые отсталые страны мира. А европейские страны, они же берут вообще кредиты под 1,2%. Ну, вот, ну, вот, вот вам и показать. Если мы это позволяем, значит, это нас влаштовывает. Мабуть, так. Я думаю, что это влаштовывает не нас, это влаштовывает керівництво Национального банка и тех людей, которые стоят за этим керівництвом. От їх це вистовує, тому що я так думаю, що вони це роблять не, як ти кажуть, безкорисно і не від того, що вони люди невеликого розуму. Значить, там є якась їх персональний інтерес. І зацікавленість. Так. Ну, давайте перейдемо до іншої теми, яка, в принципі, теж дуже величезний вплив має на Україну. Останнім часом я відчуваю, що наше керівництво хоче повернутися до жорсткого карантину. Так. Як ви вважаєте, якщо ми дійсно повернемося до цього жорсткого карантину, це більше медичне питання буде, чи це політичне питання буде?
Вы знаете, я отвечу на этот вопрос анекдотом. Когда обращается, значит, пациент к доктору, говорит: доктор, скажите, а карантин еще долго продлится? Говорит, отвечает пациенту: вы знаете, говорит, вы извините, но я в политике не занимаюсь. И вот это очень конкретный и лаконичный ответ на наш вопрос. Поверьте, карантин ничего общего с болезнью COVID-19, я вам скажу так, не имеет. Почему? Потому что COVID-19 – это разновидность вируса SARS. Это его штамм отдельный, так? Да, я могу вам сказать одно, что я знаю, что этот штамм был, скорее всего, получен искусственным путем. Причем делался он на основе вируса СПИДа. То есть цель этого штамма, на мой взгляд, была попытка создания биологического оружия, которое бы уничтожало население планеты. Так? Но в результате как бы ничего не получилось. И этот штамм просто превратился в обычный грипп, не более того. Представьте, 80% населения перенесло и переносит этот вирус даже бессимптомно, то есть вообще нет никаких признаков. А только у 10% это вызывает заболевание. И при этом смертность, что бы кто ни говорил. Даже вот я видел в вашей студии, выступал комиссарин Сергей Васильевич, да? Уважаемый мной человек, академик, и все-таки врач, биолог. И он пытался доказать, что этот вирус действительно очень опасен для людей и так далее. Но я с этим не согласен. Это не относится к категории особо опасных инфекций. Почему? Потому что особо опасные инфекции – это такие, как дифтерия, такие, как холера, как чума, тиф и так далее. То есть это те инфекции, при которых очень не просто быстрая, высокая контагиозность, то есть высокая заразность, да, но и очень высокая смертность. И есть конкретные патологоанатомические изменения, которые являются причиной смерти. Здесь же, в данном случае, да, насколько я изучал данные не только украинских, но и международных различных медицинских организаций, именно данные и патологоанатомов, в том числе, и клиницистов, я не нашел какой-либо причины называть эту болезнь и относить ее к категории особо опасной. Я не нашел. Там ничего изменений патологоанатомии, кроме поражения интимных сосудов, то есть внутренней оболочки сосудов, что характерно в целом для любого гриппа, для любого вируса гриппа, значит, более каких-то серьезных изменений я лично не нашел. Ну, а есть такие некоторые сведения, что вот этот именно штамм обладает каким-то, знаете, необычным действием на, скажем, почки, там, да, легкие какие-то, скажем так, не характерные для обычного гриппа. Но эти изменения в виде фиброза легких или острой там почечной недостаточности, которая, может быть, возникает у некоторых пациентов, я не стал бы ее связывать именно с тем, что эта инфекция обладает какой-то особенностью. Я думаю, что это, скорее всего, связано просто с индивидуальной чувствительностью людей к любому вирусу. К сожалению, у нас все люди по-разному реагируют на любые инфекции. Эта закономерность давно установлена. То есть есть люди чувствительные к какой-то инфекции, есть нечувствительные, а есть очень чувствительные. Это связано, скорее всего, с генетическими какими-то особенностями организмов отдельных лиц. И я бы не связывал это именно с тем, что вот именно данный вирус обладает такой вот для него характерной патологией. Нет. Я видел и при вирусе SARS и MERS, которые были в 2019 и 2018 году, что подобные клинические проявления были и при тех вирусах. Хотя, видите, никто не объявлял пандемии по всему миру. И, кстати говоря, смертность при вирусе SARS и MERS была от 8 до 10%. А при вирусе COVID-19, то есть SARS, его штамм COVID-19,
При этом вирусная смертность по всему миру всего 3%, а в Украине она вообще доходит до 1.5%. От і хотілося б тоді запитати, розумієте? Я просто пригадую інтерв'ю, яке давав хірург Тодуров, і мене вразило, що він сказав, за період, коли ми рахували там 200 людей, які загинули від COVID-19, в той же самий період в Україні 65 тисяч людей померло від того, що у них були проблеми з серцем. Тобто, да. І мені цікаво просто, чому, якщо ми, ну, ми розумні люди, ми маємо логічно думати, чому ми не звертаємося до статистики і чому ми не виводимо, наприклад, кількість людей, які від сердечно-сосудистих захворювань, чому скільки людей в ДТП загинуло, скільки людей від інших хвороб. Чому ми не показуємо, а тільки увагу приділяємо? В тому-то і діло, що це умишлено. Пытаются правительство нашей страны, и не только нашей страны, умышленно заостряют внимание именно на этой патологии. Вот если бы они нам ежедневно показывали общую смертность в разрезе всех патологий, вы бы поняли, что действительно от вируса COVID-19 умирает всего 1.5%. Это где-то на предпоследнем месте стоит. Среди всех патологий, от которых сегодня умирают украинцы и вообще люди во всем мире. Действительно, на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистого характера. Это инсульты, инфаркты и тромбоэмболические артерии. Или а як на цю хворобу впливає те, що людей закривали, наприклад, так в вот, квартирах, вот и они никуда сказать, не выходили? Я вам хочу сказать, что вот эти вот меры беспрецедентные, которые они приняли по отношению к украинскому народу, это преступление, на самом деле. И просто некому сегодня этим заняться и подать в суд. Это наши юристы с медиками объединились и подали бы заявление в суд о привлечении к уголовной ответственности руководства страны за то, что и президенты, и правительство, за то, что они издавали такие декреты и продолжают их издавать. Кстати говоря, вот за это их надо привлечь к уголовной ответственности. Потому что, кстати, даже ношение масок постоянное, оно очень негативно сказывается на здоровье людей. Потому что нарушается вентиляция легких. Это правда, что это до гипоксии может привести? Ну, не то, что гипоксия. Там идет нарушение вентиляции легких, и поэтому, когда ухудшается вентиляция, создаются благоприятные условия для развития различных инфекционных заболеваний. И самым опасным из них является туберкулез, которого сейчас очень много в Украине. И люди с открытой формой туберкулеза, легочной формой, ездят в общественном транспорте. И так как вообще собираются закрыть тубдиспансеры, то представьте себе, вот эта вся масса этих больных, она же просто заполонит улицы и транспорт. И представьте, ну, туберкулезная палочка, она очень опасна. Она имеет настолько вот это, действительно, можно отнести к особо опасным инфекциям это заболевание, потому что оно и распространяется легко и быстро. И оно может, вот, туберкулезная палочка, если она даже попадает в землю, она там может прожить 100 лет, она не погибает. То есть для нее даже, ну, конечно, как любая инфекция, кстати, боится солнечной инсоляции, да, и поэтому я рекомендую, ну, гражданам все-таки быть почаще на солнце, конечно, не злоупотреблять, потому что любое злоупотребление всегда пагубно сказывается, да, но прогулки на солнце, особенно в лесу, особенно в хвойном лесу, крайне благоприятны для здоровья людей. А в хвойном лесу содержится очень много фитонцидов. То есть это растительные такие антибиотики, которые убивают любую инфекцию, и вирусную, и бактериальную. А кроме того, там содержится много эфирных масел, которые тоже противодействуют развитию каких-либо инфекционных, вирусных или бактериальных инфекций. То есть это крайне благоприятно для людей, и особенно детей и лиц пожилого возраста. Кроме того, нахождение на солнце способствует выработке организма многочисленных витаминов D, А, Е, которые нужны детям для роста и для формирования нормальной иммунной системы. Старикам и всем остальным также это крайне благоприятно и важно.
И очень важно именно прогулки на свежем воздухе. То есть то, что запрещало приблизиться, это есть на самом деле преступление. Откровенно, честно говорю, просто некому из юристов заняться этим вопросом. Я считаю, что мы подскажем нашим там, как говорится, провидным юристам, чтобы они занялись этой проблемой. Потому что эта эпидемия никогда не закончится, и карантин никогда не закончится. До тех пор, пока этим вопросом о привлечении к уголовной ответственности за злоупотребление своим служебным положением и превышение полномочий, а пока за это не привлекут к уголовной ответственности премьер-министра, министра здравоохранения и президента Украины, до тех пор это сегодня не остановится. І останнє запитання. Вони просто маніпулюють, використовують так цю ідею пандемії, вони просто маніпулюють цю ідею і вводять в заблуждення людей. Я от смотрю, хожу по лісу, мені страшно. Люди йдуть сонячний день, свіжий воздух, вони йдуть в масках. Ну, представляєте, до якої степені зомбірували людей, це сила, що вони не розуміють, що відбувається. Телебачення. Да. Це от ви правильно сказали. І хотілося б останнє запитання, так вкратце. Дивіться, зараз ми побачили, що почалася якась така боротьба на вулиці між сторонниками партії Шарія і представниками національного корпусу, тобто націоналістами. Це може свідчити про те, що електоральний цикл починається, тому що ми пригадуємо, у 2014 році теж саме була дуже така активна бійка на вулиці, вона саме відбувалася. І це перше питання. А друге питання – це чому президент якось обходить це все? Чому він не коментує ці побиття журналістів, представників партії Шарія? Ви знаєте, ви правильно сказали. Це починається після періоду длительної ізоляції людей. По суті діла, знаєте, таке добровільне заключення, яке вони провели во время пандемії. У многих все-таки людей просыпается самосознание, они начинают понимать, что происходит. И вот здесь просыпается, с одной стороны, агрессия националистов, а с другой стороны, начинается противодействие уже левых и центристских партий, ну, такие как партия Шария там, и партия ОПЗЖ, да, которые начинают противодействовать. Уже не просто морально-психологически, но и физически, так? И мы видим создание в регионах уже Украины и в Киеве, значит, таких, по сути дела, боевых формирований, которыми занимаются Киева и Черный, да, мы знаем, да? Так. Этих депутатов, да. И, соответственно, мы видим, что начинается противодействие. И, соответственно, точно так же мы, обратите внимание, видим активность, которая начала проявлять солидарность, назначила Турчинова на должность председателя... Тобто все, грубо кажучи, да, вооружаются, а президент чему молчит? Да. То есть, что происходит? Все готовятся к осеннему, так сказать, противостоянию. Все мы понимаем, что на фоне роста тарифов, на фоне ухудшения экономического, еще большего ухудшения экономического положения людей, неминуемо начнется очень сильное политическое, психологическое противостояние между различными слоями нашего общества, между различными партиями на основе тотальной неудовлетворенности людей политикой, проводимой нынешним президентом и правительством. Прежде всего, да? Потому что мы понимаем, что эту политику проводит все-таки президент, а парламент его просто-напросто полностью подконтрольный. И поэтому мы не имеем реально парламентско-президентской республики. Мы имеем на сегодня наполеоновскую республику, во главе которой стоит Наполеон. Чому Наполеон не зупиняє? Не каже, що не треба бити. Ну це ж ненормально. Конституція має захищати, і влада має захищати своїх людей. Звісно, по ідеї він має це робити. Але у нього немає своєї вуличної армії.
будут рассчитывать только на реакцию Авакова. Но реакция Авакова, она, ну, скажем, в этой ситуации очень прагматичная. Вот же друг Турчинова. Правильно? Правильно. Але він не друг Порошенка. Да, але не друг Порошенка, но друг Турчинова. Поэтому он может пойти на определенный союз временный, если он будет выгоден для себя определенный. Так? И учитывая его понимание того, что экономическая ситуация в стране крайне тяжелая, и по моей информации, даже у милиционеров заработной платы осталось до сентября месяца, они прекрасно понимают, что противопоставить что-то улице, милиция уже в сентябре не в состоянии будет. А в ноябре или октябре тем более. Вот, соответственно, вот это обострение, которое происходит сегодня на политическом фронте, и именно не только на чисто политическом, но и на вот этом фронте таких организаций, как «Патриоты», «За життя», «Национальный корпус», «Правый сектор» и так далее, это свидетельство о новой фазе в развитии вот этих общественных отношений. Причем фазе далеко не самой лучшей и далеко не самой безопасной. Потому что если когда-то был Майдан и антимайдан, то здесь ситуация совершенно противоположная. Антимайдана здесь не будет. Понимаете, да? Здесь просто уже идет борьба между совершенно разными политическими конфигурациями, которые могут, конечно, не так привести к расколу страны и распаду Украины, как государства. Вы имеете на увазе, что если... сегрегація, сегментація була антимайдан і майдан, то зараз частин набагато більше. І більше, і вони вже організовані різними, скажімо так, політичними силами. Здесь приймають участь вже не тільки українські олігархи, але й місцеві еліти. Видите, що вже створюється підрозділення місцевої еліти і мелітопольських казаків, и других там формирований, ну, таких наполовину боевых, наполовину как бы... Ну, это питание финансирования, да? Оно еще не надійшло, это все вопрос в том, что, понимаете, оружие – это, наверное, огромное количество. Более 5 миллионов единиц украдено только со складов. А какое количество оружия вывезено из зоны, так называемой, ООС? И оно все находится на ручах, и рано или поздно оно все-таки, не дай бог, сработает. Вот этого не надо выходить. Я бы хотел, чтобы мы все-таки решили вот эти все проблемы не революционным путем, а эволюционным. Чтобы мы не допустили страну вернуть вот этот вот конфликт, когда уже начнутся все столкновения уличные, и президент... Их контролировать уже не в состоянии. Милиция тоже не будет контролировать. То есть, по сути дела, армия и СБУ будут в данной ситуации бессильны. Потому что СБУ малочисленна, прокуратура она вообще не имеет никаких силовых, по сути, рычагов. Ну, а армия воевать против народа не будет. Ну, це такий, трошки такий апокаліптичний сценарій. Ну, давайте так, у нас мало часу. Ми повинні це вчитувати. Скажіть, будь ласка, ви вірите, що можна в не силовим способом я це вирішити вкратце? Я вірю, і не тільки вірю, я намагаюся це зробити. Я знаю, як це можна зробити. І, відповідно, я намагаюся це зробити. Але я не уверен, що мені вдасться здержати амбиции многих политиков украинских. Хотя я постараюсь это сделать. Добре. Я дуже дякую вам за цю розмову. Вона досить складна була, тому що ви намалювали такий сценарій, який ми стараємося його не бачити, хоча, в принципі, він у нас перед очима стоїть.
Анатолій Володимирович, дуже дякую вам за те, що були у нас в студії. Дорогі друзі, ну а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі і на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу дивись ТБУ.